Итак, вы на канале улица Москвы. Мы находимся в станции метро Черкизовская. Туда метро. Ну и здесь мы не случайно, так как открылся новый железнодорожный вокзал Восточный. Мы вам его показывали на этапе строительства. Ну и здесь сейчас прогуляемся по окрестностям. Вот здесь снесли торговый центр. Пока что выйдем к Большой Черкизовской, смотрим. Снесли ТЦ, раньше был. Вот РЖД-арена, стадион футбольного клуба «Локомотив». Вокзал этот был открыт недавно, именно 29 мая 2021 года. И стал транзитным вокзалом. Часть поездов, на которые переведены с Курского вокзала. Ну, то есть, по аналогии с Ладожским вокзалом в Санкт-Петербурге, больше даже похож не то, что на вокзал, а на железнодорожную платформу. Ну и также находится МЦК «Локомотив» здесь. Что интересно, исторически станция называется Черкизово, однако данное название не было применено ни к станции Московского центрального кольца, ни к вокзалу. Вот, сейчас мы двигаемся по переходу над окружным проездом, который, собственно, ведет на станцию «Локомотив», а также на Восточный вокзал. Вот «Ласточка» следует в направлении Измайлова. Так, что нам тут предлагают сделать? Стоп. Тут у нас на МЦК сюда поворот. Мы также были на станции «Локомотив». Вот это уже платформа, которая относится к вокзалу. Вход в Восточный вокзал. Третий, четвертый пути. Уважаемые пассажиры, в соответствии с требованиями федерального законодательства на железнодорожном вокзале проводятся досмотровые мероприятия. Написано «Москва» тоже. Ну, мы снимали с моста, вот с путепровода, который ведет с Большой Черкизовской на Щелковское шоссе. Ну, можно, да, выйти на платформу. Можно выйти на платформу, спуститься сейчас. А вот табло прибытия, отправления поездов. Даже есть вон Иваново-Москва. То есть есть поезда, которые отправляются с этого вокзала. И вот мы уже на платформе, видим, как «Ласточка» прибывает на станцию МЦК «Локомотив». Интересно, что тут никакого особого досмотра и нету. По типу, ну, рамки есть на «Локомотив», чтобы заходить. Так, ну вот здание. Здание у нас со стороны района Гальянова. Так, там тоже какие-то работы ведутся. Написано «Москва», чтобы пассажир знал, что он приехал в Москву, а не куда-нибудь. Так, ну вот это пассажирская платформа. Туда мы смотрим в направлении бывшего Черкизона рынка. Так, ну здесь какие-то работы ведутся. А ладно, пойдем сейчас к зданию вокзала. Можем видеть, как «Ласточка» пошла к Измайлову. Уже следующее. П-4.
поездов, как я понимаю, тут пока никаких не ожидается. Ну, двигаемся мы дальше по этому надземному переходу. Здесь даже видно, есть низкая посадочная платформа, вот эта, на пятом пути. Так. Что нас тут ожидает? Лифт, видим. Терминал. Туда зал повышенной комфортности. Вот такое здание вокзала, довольно скромненькое, но достаточно современное, комфортное здание. Так, ну и выходим сюда, понимаю, к этой платформе на пятый путь. Выход, тоже табло. Ближайший поезд будет через 40 минут. Ожидается прибытием. Так, ну что, можно, не знаю, ну, видели мы эту платформу низенькую, вот она тут располагается. Пойдем сейчас туда, к Щелковскому шоссе, к району Гальянова, и посмотрим, получается, на здание, на само здание вокзала, которое, как я напоминаю, находится с противоположной стороны от метро. То есть с внешней стороны Московского центрального кольца. Так, вот оно здание, вокзал Восточный. Там. А дальше у нас, ой, развязок опять тут накрутили, тут же будет еще, не будет, а есть уже Хорда. Там вот эти жилые комплексы, Левел Амурская, потом еще. Много что тут понастроили. Так, ну пойдем. 8 у нас, да? Да, тут за эти локации застраиваются, происходит редевелопмент промзона, а также черки зона бывшего. Так, вот как выглядит здание вокзала Восточный. Вот отсюда еще посмотрим. Вокзал Восточный или терминал Черкизова. Вот она, Хордовая автодорога. Да, много что здесь изменилось. Ну, благоустройство, смотрите, симпатичное тоже сделали у вокзала. Так, все, Пауск. Ну и в завершение посмотрим на все это дело с путепровода, то есть с моста. Для этого мы вернулись немножко назад к Черкизовской. Ну и посмотрим сверху. Вот у нас... Слева направо метро Черкизовская, МЦК «Локомотив» и Восточный вокзал. Опять уже привычная нам «Ласточка» двигается. Вот это вот дальше платформа, на которой мы были как раз, где располагаются третьи и четвертые пути. Ну и пятый получается самый крайний с низкой платформой. Да, такое место в Москве, которое изменилось наиболее сильно, наверное, за последние годы. Сколько же тут жилья действительно построили, ну и объектов транспортной инфраструктуры, какими являются как раз Восточный вокзал и станция «Локомотив».
Ну, на самом вокзале фактически три пути, да, которые подходят к посадочным платформам. По энциклопедическим данным их 5, но имеется в виду, наверное, два пути, которые располагаются на МЦК. Вот. Такая у нас была прогулочка. Подписывайтесь на канал. А дальше у нас Щелковское шоссе. И мы находимся как раз в его начале. Смотрите следующий выпуск. Не переключайтесь.